Простейшее сверло для снятия фасок изнутри в труднодоступных местах. Значит, это обрезок обычного ножовочного полотна. Его кончик там, где есть отверстие. Вот такая вот бронзовая бабышка, разрезанная тоже ножовкой, либо диском напополам. Просверлено отверстие, нарезано М3, снята фаска, закручен винтик М3. И хвостовик подходящего диаметра и нужной длины. Вот, допустим, вот деталь, резцедержатель. И нужно снять фаски отверстия изнутри. Вот все отверстия я уже сделал. Сейчас фокус наведется. Конечно, не снимает прям идеально, четко и ровно, как вот, допустим, многогранная фреза снимет вот с этой стороны. Но, тем не менее, хоть так. Просовывается сначала в отверстие. Берется шуруповерт. Затягивается. Вот. Выставляются обороты в нужную сторону. И вот такими вот движениями можно вот так вот чуть-чуть покачивать из стороны в сторону и прижимать больше к той стороне, где есть виток. То есть в одном месте получается сниматься металла будет больше, чем в другом. Ну вот как-то так. Вот такое сверло.